цель этого проекта. Это эффективная профориентация и организация взаимодействия всех участников молодежного рынка труда. И мне очень приятно, что на этой презентации, нашу идею мы предложили нескольким коммерческим структурам, и холдинг Ассорти Ресторанс отреагировал быстрее всех, и вот уже далее через 2 месяца вот такая презентация проекта в этом кафе происходит. Очень приятно, что здесь присутствуют представители не только работодателей, но и родительской общественности, представители образовательных учреждений, представители молодежных объединений, то есть все те, кто являются участниками вот этого молодежного рынка труда. И наша задача, чтобы в этом кафе получилась нормальная, хорошая, неформальная обстановка, которая бы помогала молодежи определиться с выбором профессии, которая помогала бы молодежи увидеть тех, кто будет сюда приходить, профессионалы высокого класса, настоящих мастеров своего дела, и, может быть, они захотят с них взять пример. Одним словом, облегчить молодому поколению выбор. У каждого, кто участвует в проекте, есть какие-то свои интересы. Интерес Департамента труда и занятости населения Тюменской области здесь один. Уменьшить дисбаланс на рынке труда. Потому что у нас очень часто спрос и предложение не совпадают. И мы надеемся, что при организации вот таких форм молодые люди будут более правильно выбирать профессию, потому что очень важно после окончания образовательного учреждения найти рабочее место по своей специальности. А это возможно только тогда, когда ты выбрал востребованную на рынке труда профессию. И мне представляется, что в этой части нам должны оказать поддержку родители, которые заинтересованы, чтобы их дети после окончания образовательного учреждения стали нам самостоятельно, чтобы они работали с огоньком, чтобы нравилась их работа, а не ходить по бирже труда, искать очередное место, освободившееся для юриста, экономиста или бухгалтера, которое сейчас у нас вакансий практически нет.